Сегодня пресс-служба ФСБ сообщила о крупной операции по пресечению каналов поставок оружия в регионы страны, среди них и Новгородская область. Всего следственные действия прошли в 14 регионах в отношении 32 граждан, которые были причастны к приобретению, модернизации, изготовлению и сбыту вооружения. В результате изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, около 4000 патронов различного калибра, свыше 5 килограммов пороха. Также обнаружено оборудование для изготовления боеприпасов. Спецслужбы раскрыли и 4 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории 3 областей – Московской, Новгородской и Тверской.